11-й микрорайон никогда не мог похвастать типовой поликлиникой. Местное население врачи принимали в приспособленном помещении, точнее, в здании бывшего детского сада. Туда же ходили и жители 12-го микрорайона. Тем временем население этих двух микрорайонов сегодня уже приближается к отметке в 60 тысяч человек. А это равно примерно двум городам Алга. Мемлекеттік елу емхана 350 В связи с этим руководство облздрава решило очередную новую поликлинику разместить именно в 12-м микрорайоне. Как известно, сейчас реализуется программа 50 больниц, 350 амбулаторий. В ее рамках лечебные медучреждения появятся и в нашем регионе. На это специально выделяются средства из республиканского бюджета. К примеру, на строительство поликлиники в 12-м микрорайоне выделено более миллиарда тенге. Строительство объекта началось совсем недавно, и вот уже за лето здесь появилось трехэтажное кирпичное здание. Оно строится по аналогии имеющихся поликлиник в авиагородке и жилгородке. То есть это типовой объект, предполагающий при сдаче в эксплуатацию наличие медоборудования, а также благоустроенную территорию и стационар на 20 коек. К слову, располагаться поликлиника будет на площади более чем в 10 тысяч квадратных метров. Общий проект рассчитан на 500 посещений в смену. Взрослая поликлиника на 350 посещений, а детская на 150 посещений. Общая площадь взрослой поликлиники составляет 5136 квадратных метров, а детская 5169 квадратных метров. Общая стоимость проекта 1 155 000 000 тенге. На сегодняшний день освоено около 400 миллионов тенге. В целом, на сегодня по области насчитывается более 400 объектов здравоохранения. Из них 137 было построено за последние 7 лет. Такого не было даже во времена Союза. На их возведение из республиканского и областного бюджетов было выделено свыше 7 миллиардов тенге. В то же время в облздраве отмечают, что в следующем году в Актобе будет сдана больница на 300 коек и еще одна в Темирском районе. Акмарал Майкузова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».